Прогулянки на свіжому повітрі корисні для усіх жителів планети, в тому числі і для наших пухнастих улюбленців-кроликів. Але перш ніж вивести кролика на прогулянку, потрібно підготуватися. Отже, що потрібно для гарної прогулянки? В первую очередь для этого нам нужен кролик и также нужна швеечка, на которой его выгуливать. Точно так же, как для собачек и кошечек, для кролей существуют шлеи. Шлеечки для кроликов бывают нейлоновые, точно так же, как для кошек и собак, но они отличаются тем, что котенок и щенок отличаются по размеру с кроликом. Соответственно, для кролей существуют специальные шлейки. Аби привчити маленьке кролення бігати на повідку, треба докласти деяких зусиль, а також бути готовими витратити багато часу. Для того, чтобы приучить кролика к шлейке, ну, соответственно, нужно одевать ее, скажем так, с самого маленького возраста. То есть вы взяли крольчонка домой и постепенно, даже если это, к примеру, зима, не выходя на улицу, вы можете одевать шлейку дома, чтобы животное привыкало. Потому как если животное в раннем детстве, скажем так, не будет видеть шлей, не будет знать, что это такое, то потом, когда вы решите выйти с ним на улицу, животное испугается, это будет для него дополнительный стресс, и оно не будет гулять просто в шлее. Поэтому приучаем с самого маленького возраста. Скажем так, сначала по несколько минут. Найкраще, якщо кожну прогулянку на шлейці ви заохочуватимете ласкою та добрим словом. Также можно приучать крольчонка к шлее с помощью всевозможных лакомств, всевозможных подкормок. То есть, одев на животное шлею, вы можете предложить, к примеру, ребенку дать ему что-то вкусное, что он любит. К примеру, есть специальные лакомства. Любое животное, оно стремится к хорошему. Что такое хорошее? Это еда, это ласка, это тепло. Вот это стремление нужно развивать. Каким образом? Скажем, лакомство. Вот остановимся на одном лакомстве. Если для собаки важны еще там игрушки, какие-то отношения, то для, скажем, кроликов или млекопитающих игрушки не столь важны, а лакомство играет главную роль. Майте на увазі, смачненьке для кролика та для вас – це зовсім різні речі. Нельзя давати лакомство, в качестве лакомства то, що їдять люди. То, що є лакомством, будемо говорити, для людей. В тому числі, скажімо, вот, сухарики, які продаються в магазині, які з солью і зі спеціями. Нельзя много давати капусти кролікам, тому що у них будуть різні заболівання желудка. Тобто, можна обов'язково консультуватися зі спеціалістом, який займається даним животним. І ще одне. Коли ви вже вийшли на вулицю, краще виїхати із вашим кроликом до парку чи лісу. Інакше ви отримаєте після прогулянки досить брудного кролика, що засвідчує наш експеримент. Навіть той же асфальт грязний, який є від на стоянках, даже которого нам визуально не видно, кажется, он серый и серый, а там от колес, от всего откладывается такая грязь, которая моментально на шерсти кролика остается. Гулять в поле, в лесу где-нибудь можно и нужно. Единственное, что нужно смотреть, чтобы он не наедался сильно много свежей травы, это, я знаю, кроликам не очень полезно, и чтобы он не перегревался на солнце и был обработан от тех же блох и клещей, от которых обрабатывают собак и кошек. Що ж, маленька компанія сподівається, що, користуючись нашими порадами, ви зможете забезпечити вашому улюбленцю-кролику найкращі прогулянки у світі. І ваш пухнастий звір тільки дякуватиме вам і за свіже повітря, і за смачненьке.